Итак, в этом видео расскажу вам, как собирать Crazy 3×3×3 Меркурий. Вот у него вот эта вот сторона, она не фиксированная, все остальные фиксированные. Это достаточно простая головоломка, ну как мне показалось. Вот. Вот, по сути, это можно собирать как кубик 5 на 5 на 5. Ну, немножко там, разве что, конечно, вот немножко надо делать алгоритм максимально, не задействуя вот эту сторону. То есть, а так, это как 5 на 5 на 5. Итак, что мы делаем первым этапом? Первым этапом мы находим сторону, которая у нас... Вот, допустим, если у вас... Вот смотрим, у нас, например, какая-нибудь сторона фиксированная. То есть, нам надо выбрать сторону, которая напротив не фиксированная. Вот, то есть, например, да, у нас случае это желтая. И собрать на ней крест. Вот, то есть, вот так вот очень просто собираем крест. Вот что делать вот в этой ситуации? Мы просто вот этот элемент... На нефиксированную сторону выносим. Далее просто подставляем на это место и ставим. Все, крест собран. Далее, когда мы соберем этот крест, вот это соберется автоматически. Вот это. То есть нам остается только это поставить. Это происходит по причинам, которые я не знаю. Далее, теперь через вот эту сторону мы собираем вот эти кресты. То есть вот эти. Вот эту линию. То есть в данном случае здесь просто ставим и ставим. Когда мы соберем это, у нас вот этот соберется автоматически, и вот это вот тоже. То есть мы это просто все соберем вот так. У нас собраны кресты. Теперь, следующим этапом мы должны поставить все ребрышки на места. Начнем с ребер, которые напротив нефиксированной стороны. Это мы будем делать простыми четверками. Допустим, вот это ребро можно поставить вот сюда. Мы просто подгоняем слот, делаем раз, два, три, 4. Только в этих четверках должны участвовать только фиксированные стороны. То есть вот эта сторона не должна в них участвовать. Вот. Теперь далее вот этот вот элемент ставим. Раз, два, три, четыре. Поставили. Далее вот этот вот элемент. Как поставить его вот сюда? Просто ставим вот так вот. И раз, два, три, четыре. Подготовительный ход назад. Теперь вот этот элемент. Вот этот элемент. Раз, два, три. Три, четыре. И... Вот этот вот элемент. Раз, два, три, четыре. Нам надо поставить вот этот элемент. Теперь просто выносим на верхний слой. А уже верхним слоем подставляем его и ставим вот сюда. Раз, два, три, четыре. Далее просто вот сюда ставим вот этот вот элемент. Вот. И все. Теперь, да, дальше. Что делать вот в этой ситуации, когда два ребра... Вот так вот напротив не хотят вставать. Ну, здесь просто одно ребро загоняем сюда. Вот. Далее ставим его на место вот этого. Теперь просто вот этот вот выносим. И ставим его правильно. У нас происходит теперь ситуация, когда у нас вот эти два стоят вот так вот. Ну, в данном случае можно использовать вот такую формулу, которую мы используем в сиамских кубах. То есть вот такую для ориентации этих ребер. Теперь, у нас все стоит. Теперь, смотрите внимательно. Что делать в ситуации, когда нам надо поменять три элемента? Допустим, вот этот идет сюда, этот сюда, а этот сюда. Просто делаем рыбку. Тут как в кубике Рубика. Делаем рыбку. И у нас мы приходим к ситуации, где только два надо поменять, а все остальное стоит. Мы просто сдвигаем грань на 90 градусов, какую-нибудь вот эту вот боковую, и пересобираем вот эти... кресты. То есть этот сюда и этот вот сюда. И дальше у нас уже должны оставаться, по идее, три ребра. То есть мы их просто ставим и смотрим. У нас осталось три ребра. Есть. Мы просто их ставим рыбками на места. И все. У нас это все собрано. Теперь, далее, мы собираем углы. Уголки, в первую очередь, мы начинаем собирать вот с этой стороны, которая напротив не фиксированная, опять-таки. Допустим, этот угол может пойти сюда, этот сюда, этот сюда. Это как в кубике 5 на 5 на 5. То есть мы это делаем так, так. В принципе, как, такой, как в больших кубах. Далее, вот этот элемент. Можем поставить вот сюда. Все. Далее. Вот этот вот элемент. Также можем поставить вот сюда. Используя вот этот треугольник. И этот элемент можем поставить вот сюда. Все. Собран один такой, так сказать, центр.
Куб опять на 5, на 5. Да, в этом кубике еще вот эта сторона, она, по сути, может вот так вот вращаться. Но я без нее решил собирать. Я решил, так сказать, по-честному. Теперь мы собираем вот эти вот верхние, которые рядом с вот этой нефиксированной стороной. То есть верхние. Вот. И как это сделать? Один уже стоит. Да и здесь тоже стоит. Итак, что мы делаем? Находим какой-нибудь удобный элемент. Удобных элементов у нас пока нет. Ну, допустим, мы сделаем какую-нибудь... Да, давайте я вам сейчас покажу удобную ситуацию. Просто ее сделаю. Так. Итак, вот, допустим, удобная ситуация, когда вот этот может пойти вот сюда. Что мы делаем? Мы ставим этот элемент вниз, тогда этот идет сюда, и вот этот вот пойдет вот сюда. То есть мы делаем просто алгоритм. И это у нас встает. Вот то же самое здесь, допустим, удобный. Вот. То есть просто берем и ставим. Что делать в ситуации, когда, допустим, вот элемент стоит здесь, надо поставить сюда, а он стоит не здесь вот, а вот здесь вот. Мы что делаем? Мы просто делаем вот этот вот средний слой два раза, но нам сверху нужна еще вот эта вот нефиксированная сторона. То есть мы теперь просто вот эти меняем. Используя треугольник, ставим это все назад. Все. Это все собрано, это все собрано. Вот этот элемент. Точно так же. Ставим туда. Нам надо его поставить вот сюда. Запомнили. Все равно нам надо его поставить его вот сюда. Опять-таки, вот этот должен пойти сюда, этот сюда, этот сюда. Делаем обратный треугольник. Вот. Все. Далее нам остается поставить на место зеленый. А зеленый у нас стоит здесь. Мы его просто его на верхний слой выдвигаем. Ну и с верхнего. Ну и поставить его сюда, в принципе, не так уж и сложно. Еще раз. Все. Далее мы собираем нижние элементы, но с этим все гораздо проще. То есть просто делаем треугольники, например. Вот. Вот этот элемент теперь может пойти вот сюда. Так, так, так. Ну и этот элемент просто пойдет вот сюда. Так, нам надо поменять эти два. Ну хорошо. Тогда мы этот ставим наверх. Затем ставим его сюда. Ну и ставим его сюда. Все, у нас собраны все центральные элементы. Это как в кубике 5 на 5 на 5, не больше. И теперь нам нужно поставить углы. Последний этап сборки. Углы мы будем ставить сначала со стороне, опять-таки, напротив вот этой нефиксированной. Допустим, в данном случае это желтый. Мы будем делать это по тем же формулам, что и в кубике 3 на 3 на 3. Но в этих формулах не должна участвовать вот эта вот грань. Допустим, вот этот угол пойдет вот сюда, и этим цветом станет сюда. Этот угол этим цветом станет сюда, и этот угол этим цветом станет сюда. То есть просто делаем формулу, как в кубе 3 на 3 на 3. Вот. Допустим. Вот. Теперь вот этот угол. Как его поставить вот сюда? Вот по такой формуле из кубоидов. То есть здесь это все применимо. Вот. Вот. Теперь этот элемент ставим вот сюда. Так, подождите, сейчас мы должны сделать так вот, так, 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 так. Уже делаем формулу слева. И у нас вот этот один надо ориентировать. Что мы делаем? Мы просто его ставим на другое место. И... Вот. Так, смотрим. Значит, этот угол этим цветом пойдет сюда. Этот так, этот так. То есть этот этим цветом пойдет вот сюда. Мы сделаем вот такие два хода. И сделаем просто формулу. Теперь эти ходы отменяем установочные, и у нас этот элемент стоит. Ну, на последнем слое здесь можно просто... Здесь, в принципе, их ориентировать будет сейчас несложно. Мы их просто поставим сейчас сначала, неважно,
правильную ориентацию или нет. Вот, вот. Теперь, как их ориентировать? Ну, очень просто. Этот откидываем назад и делаем четверки, как в кубике Рубика. Вот, это так вот. Все, гонка собрана. Буду еще пробовать остальные кубы из этой серии, потому что они наверняка будут очень сложными. Хочу попробовать в следующем взять Юпитер. Я не знаю, насколько он будет сложный. Вот, если, конечно, я смогу его решить. Вот, ну и все. А Меркурий был, как видите, не таким уже сложным, то есть простым был. Но остальные кубы, когда здесь будет больше вот этих граней, конечно, они будут очень сложными. Не знаю, ребят. Буду пробовать еще их собирать.